Новый вид туризма решили развивать в Шымкенте. Для желающих там распахнули двери местные фабрики и заводы, заявив о готовности открыто показать производство своего продукта. Но пока в мегаполисе промышленный туризм не приобрел большой популярности. А ведь поток туристов за этот год в Шымкенте вырос. За 9 месяцев его посетили свыше 320 тысяч человек. О новых форматах в сфере туризма в материале Катерины Попковой. Гастрономический, медицинский, сакральный, экологический – все эти виды туризма давно развивают в Шымкенте. С этого года в список добавился еще один способ привлечь гостей – промышленный туризм. Одна из крупнейших в мегаполисе ковровых фабрик открыла двери для поклонников промышленного туризма. Гостям предлагают послушать не исторические легенды, а познакомиться с технологиями производства и попробовать себя в роли мастера. Какой вид путешествий интересен для меня? В Турции, например, хорошо развито текстильное производство. У вас другие сферы. Только для туристов нужно делать трансфер. Основная сложность, рассказывает начальник производства Нургали Токсанбай, в обеспечении безопасности. Пришлось тщательно отрабатывать маршрут, прежде чем пригласить гостей. Ведь это в первую очередь производство. Поэтому тут еще думают над тем, как часто готовы принимать туристов на заводе. Раз в месяц, наверное. Не больше, да. Скажу честно. Потому что мешает на производственную работу. Да. Очень много работы, очень много дел, которые надо делать. Доходы от промышленного туризма предприниматели пока не видят, но остаются открытыми ради продвижения брендов продукции. Туристов в Шымкенте начали также возить на кондитерские фабрики, завод по выпуску трансформаторов, а еще показывают, как выпускают пиво и напитки. Ознакомливаем с нашими промышленными возможностями. Они получают там информацию, экскурсию по производству от начала до конца. Для туриста это интересно, потому что есть у нас уникальные проекты, которые есть только в нашем городе, в нашей стране. Путешественники открывают для себя производственных гигантов или небольшие предприятия исключительно по желанию, а в роли гида выступили в основном технологи. Правда, пока делегации туристов не ездят на шымкентские предприятия, куда чаще их можно встретить на территории других достопримечательностей. Чем промышленный туризм не нравится исторически? Он позволяет узнать много интересного о стране, о культуре, о людях. Мне Шымкент очень понравился, люди гостеприимные тут. В этом году в Шымкенте резко увеличился поток туристов. Город посетили 321 тысяча гостей. Несмотря на то, что промышленный туризм не так сильно развит, список таких объектов хотят увеличивать. В управлении туризма считают это направление перспективным. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24.